Тем временем 8 человек стали жертвами наезда террориста в Нью-Йорке. Более 12 получили ранения. По данным правоохранительных органов, атаку совершил уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Террорист на грузовике-пикапе на высокой скорости проехал несколько кварталов по велодорожке и давил всех, кто попадался ему на пути. Злоумышленник врезался в школьный автобус, а когда он вышел из кабины с оружием в руках, полиция открыла по нему огонь, ранила в живот. Террориста доставили в больницу. Полиция Нью-Йорка сообщила, что ему 29 лет. Приехал он в США из Узбекистана по грин-карте в 2010 году. В компании Uber подтвердили, что он у них работал. Это уже не первый теракт террористов-одиночек с наездом автомобилей на людей за последние полтора года. Самые громкие произошли в Европе, в Ницце и Лондоне. Мы видели того парня. Машина стояла вся в обломках, а он был в темной одежде и с бородой. У него было две пушки. Мы перепугались. Кто-то велел нам быстрее уйти с улицы.